Здравствуйте, девчонки и мальчишки! Я рада приветствовать вас в нашей волшебной мастерской. И сегодня мы сделаем с вами вот такого веселого слоника. Для этого нам понадобится цветная бумага, линейка, карандаш, трубочка для коктейля, черный маркер, ножницы и клей. Берем нашу цветную бумагу, линейку и карандаш. Ставим линейку в угол и направляем ее к середине. Проводим четкую линию. И также делаем с другой стороны. Пока отложим карандаш с линейкой, и мы начинаем вырезать голову нашего слоника. Работаем ножницами очень аккуратно, так как это опасный инструмент. Но с его помощью можно сделать очень интересные вещи. Итак, перед мы вырезали. Также я сделала заготовку, такой же треугольник, для обратной стороны нашего слоника. Пока их отложим и возьмем оставшийся лист бумаги. Мы с вами должны вырезать прямоугольник, который будет последующим хоботом. Нарисовали и вырезаем. Ножницы мы держим всегда в направлении от себя. Итак, хобот готов. Возвращаемся к нашим треугольникам. Берем один треугольник и загибаем уголок. Вот таким образом. Берем второй треугольник и также загибаем угол. Теперь берем клей, намазываем сторону, где наш треугольничек маленький смотрит на нас. И прикладываем трубочку для коктейля. Ее конец должен немного выпирать. Сверху накрываем вторым треугольником. Если не очень хорошо приклеиваем, добавим еще клея. Пора сделать ушки нашему слонику. Берем уголок и загибаем его. Как хотите. Можно сделать их прямыми. Можно, чтобы они смотрели в стороны. Приклеим глазки. Один глазик и второй. Я заранее их подготовила из белой бумаги. Потихоньку наша заготовка становится похожей на слоника. Берем вырезанный прямоугольник. Нарисуем на нем полосочки. Большая, маленькая, большая, маленькая. Чтобы сделать имитацию хобота. Приклеиваем наш хоботок к
слонику. Мы должны приклеить наш хоботок выше, чем трубочка. Вот таким образом. Переворачиваем нашу работу. Берем простой карандаш и закручиваем наш хобот. Все мы знаем, что у слонов очень длинные хоботы. И наш с вами хобот не хуже. Так, последняя деталь, которую необходимо нам добавить, это бивни. Я их вырезала из белой бумаги. Первый и второй. Вот мы с вами сделали друга к нашему первому слонику. Я уверена, что ваша поделка получится еще лучше, и вы будете играть в него с удовольствием. На этом я с вами прощаюсь. Я буду ждать вас на следующем занятии. Пока-пока!